дорожники, конечно, молодцы, что выехали эту кашу счищать. Если здесь планируется мороз, а он планируется небесной канцелярией уже сегодня ночью, то если вот эта вся каша потом, если ее не убрать с дороги, она вся замерзнет, то какая налить будет. Завтра здесь будет весело ехать. Оно и так, скорее всего, будет весело. Чтобы снежок не прекращается. Что будем как-то пробовать, может, обходить? Если получится. Что-то мелкие собрались. Справа думают, обгонять не думают. Да, они там, он, видишь, они боятся. Он, видите, как он лопатой-то закидывает. Не побил чего-нибудь. Стрёмненько, однако. Фару не разбил, еще что-нибудь. Лезть под этот. Поедете, вы тоже быстро едете, да?
уже минус 2. Потихоньку падает температура. И сразу вот видите, какой накат здесь. Скользко, скользко. Очень скользко. Даже вот страшно куда-то съезжать с дороги. В любое место съедешь, и все, сразу буксовать буду. Такие веса надо летом таскать. Сейчас зимой двадцаточку с десяточкой на ведущую. О! С той стороны, видно, прошли дорожники. Там все разбито. Прошли, почистили, посыпали. Ну, шли навстречу. Здесь не доезжая, ясно. Как тут знатненько накатали. Что там дальше, интересно, за Нижним что там будет? Хотя еще до Нижнего-то. До объезду Нижегородской еще соточка. Ребят, на Нижней аварии не спешите, у вас тут недалеко на горочке. Вы слышали, да? Что где-то у нас тут авария. Кому-то не повезло перед Новым годом. Ух ты! Ух ты! Там довольно-таки серьезно, я смотрю. Место есть. Скользко, скользко. Здесь-то вот, ну, видно, что сыпали. А так, дорога очень скользкая. Рев навстречу. Рев стоит, его развернуло. Произошло, получается. Ух ты, там и стекла нету. Ну, как Мерседес это? Давай, 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 выезжай. Развернула его, раскрутила. Да. Шо, хоть проезд есть. Вылетело лобовое. А, вот еще, наверное. Или этот не участвовал? Может, и не участвовал, а может, и участвовал. Да-да-да, вот так вот. Что тут так уже сильно прямо ушатано, ну вот ямки, конечно, уже есть. То есть, в общем-то,
Гороховца уже Нижегородская губерния начнется. Вот только в Нижегородскую губернию зашли, тут дорожники подсобили немножко. Вы превышаете допустимую скорость. Здесь вообще ничего не чищено. Что машины не разбили. Стоянка, да, вот эта, ну, которая где-то паркуют. А вы как? Никого. Все по домам. Я нет. Там он стоит немножко. Внимание, Зайчиково, напротив кафе «Розик». Машин 7. Автомагазин «Руслан». Работаем 24 часа. Продаем автоэлектронику, автоаксессуары и многое другое. Мячиков? Низкий цель. Это, наверное, Мячиков. Устанавливаем, настраиваем, ремонтируем радиостанции. Обновленные. Скачиваем фильмы, музыку, аудиокниги. Также перематываем роль. Тут совсем интересно, как там ближе к Нижнему, там-то должно быть, я думаю, почищено. Но это не точно. Не привык еще. Это констатация факта. Что, еще можно сказать, зимы-то не видел в этом сезоне. Минус 3. Еще там не утрамбовали. Как было все, так и осталось. Они тут непробиваемые. А, не-не. Ну, здесь посыпано было. Сам переезд-то посыпали. Было написано срок окончания работ 30.11.24. Еще год. Я уж думал, мост починили. Нифига, еще год. Вот тут они с ним ковырятся. А потом можно опять начинать чинить. Может, через АКУ Нижегородская объездная.
все салаты достругивают. На этой, на Владимирской объездной одного видел там, в районе, на этой, Клязьма же там течет, на Клязьме. Ну, заливчики там какого-то. Сидел там один. Ловил кого-то. Здесь никого не видать. А нет, вру. Вон там в заливчике. Человек с 8. Видно, что тоже. На предновогодний клев пришли. И вон там сидит один, прям по центру реки. Знаю, на центр реки как-то. Хотя тут тоже морозы были, но все равно. Как-то стремновато здесь выходить было бы. Судя по тому, какие тут полыни. Ему виднее. У нас уже дофига народу в Беларуси потонуло. Там что-то было, одно время морозы побыли. Вот там 10, ночью там что-то даже 12, там, ну это для Минска. Ну, в районе Минска я имею в виду. И все там, первый ледочек появился, и все, сразу же побежали. Дофига народу потонуло уже в этом году. А сейчас вообще тепло стоит, плюсовые температуры. Вроде тоже морозы после Нового года планируются. Там что-то ближе к 10. Все понимаю, да, тоже там, да, это рыбалка, там все это красиво, классно. Классно такое. Блин, когда это? Лед 2 сантиметра и на лед выходит, ну я не знаю. Это ж как же надо хотеть этой рыбешки. Минус 4. Такой небольшой снежочек. Перед спуском в долину смерти что-то ехали и почти стали. А трактор впереди, все, я понял. Нижний за плечами. Поздравляет всех с наступающим. И это все тут пока. Вот за нижним тут вот все хорошо пока. Ну, в плане. Там повеселее было. На объездной. Надо сейчас где-то долину смерти пройдем. Надо где-то встать. Окуляры помыть, глаза, зеркала, рожки, все заляпано. Сейчас уже вот еще 20 минут, полчасика, и будет темно. Время 3:30. Я думал, до заправки, но нет, раньше. До заправки еще 120 километров, 123. Заранее, потому что надо, чтобы что-то светило, а там, я думаю, там не видно ничего, все заляпано. Так, так.
Наша щеточка. Вот после Запрудного как раз с горочки так стал. Смотрю, почищено. О! Красавец! Это рабочий вид зимний. Я ж не врал, что снег идет. Ой, еще этого снега будет. Мэрно, не мэрно. И сзади так. В принципе, почти не замело. Что ты будешь делать? Короче, надо дорогу почистить. И бить по нему не хочется, чтобы лампочку не сломать. Я знаю, как мы его сейчас почистим. Опа! Вот. И этот сейчас, может, так отломается? А, и так отломался. Сейчас помоем. Чайку, наверное, попьем. Это что-то уже кушать хочется. Нельзя остановиться, мыватель залить. А туда что ты этими фарами увидишь? Уже ничего не увидишь. В общем, как-то так. Минус 5. Холодает. Саны скажут, что после минус 40, говорит, что такое минус 5? Холодает. В Минске было плюс 8. Поехали заправимся, что ли, на весь 24-й год. Если бы так можно было, да, заехал, залился, и весь 24-й катаешься. О, нет, я думал, я один буду. Нет, не один. Коллег стоит. Не наших? Может, и наш там один он стоит. И не наш, и не наш. Бывшие коллеги стоят. Так, сказано 3, 4, 9, 10. Там будем заливать ДТ Танеко. Вот 9-10 вижу. Можно было на 4-ю, конечно, поехать. Есть тут такое ДТ? Что там написано? Знаем. Вон наши еще стоят. Димка здесь. Сейчас только что на заправке его увидел. Минус 8. Ветер дует. Да, есть Танека. Говорю, сколько держит? 33. Первый пистолет.
беда тут на этом. Короче, придется держать руками. Или перчатку куда-то засунуть. Держаться. Включил автономку. Ветер такой на улице. 8 градусов. Думаю, сейчас пока я тут почти тонну 300 залью. Тонна 200 там не надо. Тонну 300 заказал. Так это... Выйдут всю кабину. Опять... Рожок. Засираются эти рожки по ментам. Новая дорога. Я думаю, вы по машине сами все видите. Почти не чищено. Едешь не быстро. Но едем. Не стоим же. О, какой сугроб. А есть. Так, это бак, я уже позамерзали крышки, я подбивал уже все. В общем, заливаем. .177 на остатки. Чувашские парни тоже засыпают дорогу. Чищают. Ну тут надо, да, такая, ну, тяжеловатая дорога. Не сказать, что тут уже прям совсем критичная, но тяжеловатая. Ну, перекрывает ее то, что, ну, нету никого. Я уже сколько тут за ними, минут 10 еду, ну не 10, минут 7. Меня еще никто не догнал. Никого нету вообще, дорога пустая. 20 минут 10-го. Уже как бы цель себе наметил. Хочу за Казань сегодня зайти. И там, дай бог, туда забежать, туда до Ирбиса, где обычно что-то в последнее время ночевал. По моим расчетам, туда должен прийти там 11, но может 12. В общем, успеть, чтобы до Нового года успеть свой скромненький праздничный стол накрыть. Мне же готовить ничего не надо, у меня все готово. Встретить Новый год и баиньки. Потому что нам-то завтра работать. Так. Подождем сейчас вот парни тут. Куда они тут далеко будут ехать, недалеко, я не знаю. Но обойти их тут невозможно. Второй по центру идет, плюс они сыпят, камни эти летят. В общем, вот такой план у нас предновогодний. На все про все 2 часа 40 минут. По идее-то тут осталось-то 2 часа работы. Вот если бы сейчас... Не подвис тут маленько, ну ничего, им же надо это делать. Для нас же сыпят, чтобы нам не было скользко. Проскочить тут, ну, никак не получается. Ни с одной, ни с другой стороны их не возьмешь.
Новый год будем на ходу встречать? Тоже романтично, правда? Не, ну хотелось бы уже. Не, если бы не Новый год, так уже бы где-нибудь встал бы. Может быть, даже вот здесь вот в Андреевых базарах. Ну, хочется же как-то встретить. А что делать в кабине? 3 часа еще. Я засну, не дождавшись его. Терпение, терпение, подождем. Но если они до границы будут ехать, то до границы еще далеко. Зато Козловский подъем засыпят. Еду, тут два впереди таких подъемчика у меня. Козловский вот здесь на границе с Татарстаном, и потом уже в Татарстане там на ремонте Сандовский, по-моему, называется, уже перед объездной Казанской. Может, они сейчас на разворот пойдут? Может, и нет. Мне надо как-то вот было попытаться их вот здесь вот пройти. В огне подъем засыпан до воды, поэтому говорю, он такой просто вредненький, противненький немножко, не то что вредный, у него заходишь, поворот такой как 90 градусов и потом сразу круто в гору, он не длинный, но такой с двадцаткой там хорошо подсаживается машина. С кем тоже вопросов быть не должно. Тем более снег перестал. Чебоксары. В общем, тоже поднялся. Так пару раз чуть-чуть СРК сработало, но вообще без проблем. Хоть там ремонты, там получается с ремонта выходишь, объезд такой, и с ремонта выходишь и в гору. Она и подсыпана была. Осталось пост ДПС проехать. И мы на
Завтра утром здесь будут тормозить всех. С Новым годом поздравлять. Ну, заодно и посмотреть, как ваше ничего, как отметили. Ну и ладно. Все, на объездной Казанской даже не буду пробовать куда-то заезжать. Это все равно бесполезно здесь припарковаться. Это практически нереально. Поэтому где-то километр 60 мне еще где-то надо пройти. 20 минут до 11. Вроде все по графику. Охранника тут может быть и нет. Что-то я боюсь, что я ни хрена нигде ничего не почищено. Не залезть. Вместо Нового года. 70 метров поверните направо. Знаете, что я вам скажу, не полезу я туда. Я бы еще сейчас вот здесь бы подняться. Вот этот стоит, вот ман. Надо тоже так по кругу сейчас раскручиваться на скорости и вставать вот там справа где-нибудь.
Здравствуйте, с Новым годом. Еще 19 минут успеем в стол накрыть. Смотря по какому времени. По местному я имею в виду. Так я уже 4 раза справил. В данном случае раскрутился уже хорошо. Сейчас мы тут немножко накатаем туда-сюда. Ну, может завтра. В данном случае, если что подкопаем, то поедет. В общем, все, братцы, до Нового года осталось 17 минут. Особо тут стол, конечно, я не успею накрыть, но хоть как-нибудь. Все, всех с Новым годом. Еще раз всех благ вам, здоровья, чтоб все у вас, что задумали, получилось в Новом году, и чтоб он был лучше этого. Мирного неба над головой. С Новым годом!